к SciHub. SciHub — это веб-сайт, который я создала в 2011 году. И его основная задача — предоставлять свободный доступ к академическим журналам. Ну, то есть все те дорогущие научные журналы, которые доступны только по подписке, они на сайте SciHub доступны абсолютно бесплатно для чтения любому человеку. Почему я решила создать этот сайт? Часто меня спрашивают. Ну, когда я была студенткой университета, где-то на четвертом курсе, я делала диплом по нейрокомпьютерным интерфейсам. Ну, эта тема довольно научная, и поэтому для своего диплома мне нужна была информация из этих научных журналов. И вот тогда я впервые столкнулась с этой проблемой платного доступа. Конечно, были... Я помню, что я очень долго искала, а где эти научные журналы можно скачать бесплатно. Но ведь были же сайты, где можно бесплатно скачивать научные книги по типу Гигапедии. И я очень долго в интернете искала что-то такое для научных журналов. Может быть, торренты какие-нибудь. И очень удивилась, что ничего не нашла. Были, конечно, очень сложные способы, чтобы эти статьи все-таки бесплатно достать. Но это, как, да, было довольно сложно. Я уже тогда подумала, что есть необходимость создать какую-то автоматическую программку, которая будет вот такие вот статьи открывать бесплатно. В общем, я закончила университет, и где-то 2 года спустя я стала общаться на научных интернет-форумах, и тогда встретила очень-очень много людей, у которых была точно такая же проблема. То есть у них не было доступа к научным журналам, вот этим дорогим. Тогда я решила создать веб-приложение. То есть такой сайт, куда можно будет зайти, нажать кнопку, и любая платная научная статья откроется бесплатно. Ну вот так и появился SciHub.